Всем привет, меня зовут Аня. Хочу вам рассказать про первый свой развивающий кубик. Размером он 25 на 25 сантиметров. И здесь я использовала разную пряжу по фактуре. Первая сторона — мышка в норке. Изучаем понятия снаружи и внутри. То есть снаружи мышка бегает по полянке и внутрь прячется в норку. Ну и так можно весело играть с ребенком, пряча в норку, чтобы он ее доставал, учился. А вторая сторона у нас — это пруд. На пруду живет лягушка, которая прыгает по кувшинке на листочек, прикрепляется на липучку. Кувшинку можно двигать влево-вправо, тоже рассказывать ребенку. А листик от кувшинки у нас на кнопочке. Тоже учиться застегивать кнопочки. Под водой у нас плавают рыбки и находятся камушки и бусинки, чтобы ребенок мог учиться пальчиком их передвигать. Еще можно за ниточку дергать, и будет плавать рыбка. Здесь у нас лягушка на веревке. Она тоже такая вся веселая, прыгает. Следующая сторона у нас — это цветочек. Изучаем здесь цвета. Пчелка у нас летает по небу, приземляется на цветочек. И рассказываем, какие есть цвета. Желтый, красный, зеленый, оранжевый, синий, фиолетовый. Каждый лепесточек наполнен различным наполнителем. Здесь большая бусинка, здесь шуршащая бумага, здесь твердые камешки, здесь мелкие бусинки, здесь у нас звенит колокольчик. И еще под каждым лепесточком у нас своего цвета животное. Можно давать ребенку задание найти, например, красного мишку или синюю лисичку. Также я здесь прикрепила имя папы и имя ребенка. Бусинки можно двигать туда-сюда. По стебельку ползает божья коровка. Вверх-вниз изучаем понятия. Следующая сторона. Здесь учим круглое, квадратное и цвета. Помогаем ребенку. Здесь в каждом кармашке круглые шарики. В круглых кармашках оранжевые и красные. В квадратных у нас такие вот колечки. Здесь даем задание найти нужный цвет. Можно задание давать протянуть колечко в колечко бусинку и разложить по нужным цветам. Соответственно, учим засовывать, высовывать, учим цвета, учим формы. Следующая сторона. Учим ребенка расстегивать и застегивать. Здесь у нас пуговка. Такие ремешки с большими петельками, чтобы было ребенку удобней учиться. Здесь у нас ремешок с мягкой пуговкой. Его расстегиваем. И расстегивается такое колечко. Тоже учимся застегивать, расстегивать. Здесь у нас твердая бусинка и мягкая. Учим понятие твердая и мягкая. Божья коровка летает у нас и на липучке прикрепляется. Также у нас здесь есть такая петелька. Тоже учим резинку застегивать. Следующая сторона у нас — это тучка. В тучке у нас, как вы видите, есть дождик. Дождик прошел. Прятался в тучку. Застегиваем, учим застегивать молнию с ребенком. Здесь учим солнышко влево-вправо ходит по небу. В травке у нас бегает зайчик, тоже влево-вправо. Надо его найти, чтобы он у нас побегал. Сам побегал. Так, и потянуть можно. По небу у нас летают птички, поэтому прикрепила вот такую небольшую птичку. Облачко у нас такое воздушное. Не стала его вязать, сделала из другого материала.
Так, и все.